ошибки вчерашнего матча? Каких ошибок? Вчера, я же говорил, просто не пошла, не забили. А сегодня играли в тот же хоккей, как и вчера. Просто сегодня получилось забить. Вот и вся разница. А они сегодня не забили. А так, в принципе, игра-то равная была, что с их стороны, что с нашей. Вязкой, тяжелая такая, трудная игра. Большинство не шло ни у них, ни у нас. Ну, так получилось. Вот на старте вот января сыграли с двумя вот топ-командами конференции, Алмазом и Локо. Как считаете, вот в целом на фоне таких серьезных соперников в преддверии уже надвигающегося плей-офф, хорошо себя команда показала? Ну, я как бы считаю, что мы и со Скада ровно играли, там тоже одной шайбой все решилось. И с этими командами, как бы мы, я думаю, что в одинаковых условиях и в одинаковой форме, поэтому как бы дальше покажет, что как. Я сейчас не могу ничего про Попова говорить. Сегодня играл Матвей Киселев в воротах. Это плановая была ротация вратарей? Нет. Я об этом узнал перед самой игрой. Ну, сегодня, соответственно, я думаю, вы довольны игрой Матвея, раз он ничего не пропустил? Когда выиграешь 2-0, конечно, доволен. Почему нет? Спасибо.